Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и Владимир. Сегодня мы с вами распакуем вот такую вот интересную посылочку. Оценена она в 2 доллара, но шла она из Вены, из Австрии. То есть не Чинапост, а из Европы. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop. Устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Значит, это как получается, ее отправили в Европу, а из Европы уже отправили сюда. Но, хоть написано приоритет, но трек-номер не отслеживался. Ну, естественно, который мне дали трек-номер на AliExpress, его сменили уже в Австрии, так получается. Ну ладно, это все мелочи, давайте откроем и посмотрим, что же там пришло. А пришли вот такие вот две замечательные коробочки. Пакетик уже пустой. Ничего в нем нету. Давайте откроем и посмотрим, что же это за коробочки. Что-то я не помню, что это я такое заказывал. Давайте обе достанем. Может быть, и не я заказывал. У меня иногда случается так, что берут телефон и заказывают. Это коробочки. Это коробочки для наушников. Давайте возьмем с вами наушники и посмотрим, как все влазит. Есть у меня вот такие вот наушнички, которые тоже тогда был и конкурс на такие наушники. Но победитель отказался и попросил ему выслать деньги. И решил я оставить эти наушники себе. И что я хочу сказать? Зря победитель отказался. Классные наушники. Но мы сейчас говорим не об наушниках, а говорим мы об вот этом чехле. Давайте попробуем их сюда запихнуть. Как они влазят. Замечательно влазят. Попробуем все не сломать, аккуратно закрыть. Да, обалденно. Влазит и закрывается. Что хорошо, они такие, он и жесткий, и мягкий. Я даже не пойму, что это за материал, как бы вам объяснить. Это вроде и пластик, но он такой пористый. Пористый пластик, внутри отделано мягким материалом, и здесь вот есть такая сеточка, такой кармашек, вот видно вам, да, есть кармашек, который можно положить наушнички, чтобы ничего не выпадало в том случае, когда вы будете открывать. Все это закрывается на молнию. Я, конечно, не говорю, что это прям уж совсем водонепроницаемо, но я думаю, если вы попадете с этим под дождь, то дождь вам не грозит. Вот таких вот два чехольчика, довольно-таки приятных и симпатичных. Кто захочет купить, переходите по ссылке под видео и покупайте. Да, еще подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А сегодня на распаковке были вот два таких чехольчика. Очень интересные, недорогие и очень удобные. То есть взяли, убрали в карман, и наушники у вас уже не путаются, не скручиваются и ничего с ними не случается. Еще раз повторюсь, кто хочет приобрести, заходите в описание под видео и приобретайте такие вот хорошие боксики. Ну а с вами был Владимир. Пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!